Look out. This thing's like Halloween on wheels, right? Oh, man. Really? That's crazy. That is cool, man. So there you go, with a zombie hunter from Pigeon Forge Rod Run 2016. Hope you all have enjoyed it. See ya. Для него это детский лебедь. Это реально бигфут, просто бигфут. Проследуем за ней, за этим монстром. Я тону. Я туда залазить не буду. Он же мостами прям чертит. Мостами прочертил здесь воды. О, тонна побежала.
На которой вы приезжаете на лимо-тракторе, на трактор-музине. Посмотрите, это нечто невероятное. Это трактор, который превращен в лимузин. Или лимузин, которого сзади догнал трактор, и они решили больше не расставаться. Это невероятно, друзья, посмотрите. Вот это да, с этой штукой я хочу с ней сфоткаться. Не знаю, внутри ее нет, вот именно с ней надо сфоткаться, потому что это просто что-то крутое. Ветеринария есть такая практика. Итак, внимание, кого же везут на этом роскошном лимузине? Кстати, вполне возможно, это разработка наших отечественных сельскохозяйственных ученых. Для чего? С нами селфи хотят сделать, не вопрос. Для чего? Сразу хочу сказать, что на самом деле в Москве есть Рублевка, да? А вокруг Рублевки там тоже сельскохозяйственные угодья. Люди на Рублевке Друзья, это невероятно. Теперь смотрим на трактор. Прикольно, да? А теперь еще прикольнее. Такого еще никто не видел, да? Сейчас я пойду. Снимусь. Сниму его, видно. Так. Так он выглядит. Вот так еще он выглядит. Вот любят пофотографироваться, кто еще хочет. Вот он такой, такой, такой. МТЗ-82. Хобана! Ну как вам? Точила трактор МТЗ-82. Oh, my God.